саваннах и редколесьях Африки живет и самая крупная мартышка – гусар. Мартышка красная или гусар – самая крупная и быстроногая мартышка. Живет более 20 лет. Это самый быстрый из всех приматов. Гусар может развивать скорость до 55 км в час. Эти мартышки очень пугливы, в возбужденном состоянии прыгают с места на место. Свое название эти приматы получили за белые, пушистые, почти гусарские усы. Несомненное украшение самцов этих мартышек. Но несмотря на свою бравую внешность и героическое имя, они очень робкие и пугливые. Альфред Брем не слишком лестно отзывался об этих приматах. Мартышка-гусар принадлежит к числу скучнейших и диких мартышек. Выражение его лица ворчливо и очень нелюбезно, и поступки соответствуют этой внешности. Пока он молод, то все-таки несколько приветлив. В старости раздражительность его усиливается. Я встречал только сердитых и злых обезьян этого вида. И хотя этой характеристики бравого гусара, сделанной великим немецким натуралистом более сотни лет, по крайней мере, в двух зоопарках мира встречаются и ручные гусары – в Питере и в Фельдман-экопарк.